Второй за ним падает. Они к тебе летят. Иди к тебе. Теперь не к тебе. Лойс, ёпта! Лойс! Русский грек. Но не до стадика летения. Как же лось, а не в суперстарта, ну? Ну вообще, да. Это позор. Я на госпитале прочился. Нужна разведка по моим координатам. ППЛА входит в район операции. Чё, где бабки-то? Не знаю, где он. Ищи магазины. Кстати, коробки. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу. Бабки все так валяются просто. Да, да. Он тоже коробочка обиделась, денегова. Ты скинул деньги на магазине, если чё? Или ты на тот пошёл? Я стал собирал. Ну и хрен с тобой. Нет, забери. Как лазерик. Газ перемещается. Посылка с комплектом уже в пути. Куда это он? Не знаю. Тачка. А вот тачка сюда. Все, передумали. Хорошо, я пойду наверх поставлю активочку. Безопасную зону. Ух ты! Ты что? Страшно было. У меня не раскрылся парашют, я ударился об дерево, а потом об землю и не разбился. Что, надо купить, да, еще что-нибудь, да, например, пластины. А, точка. Куда сердце? Она остановилась за мостом. Под мостом. Еще вертик летит. Хуя. Еще тачка едет. Попал.
Полетели? Я буду пилотом. Это чел или мое воображение, блядь? Это что за кнопка была? Что такое-то? Да? Это гудок. Понюхано. Пойду за ликвидацией. Да, я скажу. Союзная посылка с комплектом уже в пути. Цель на ликвидацию отмечена. Я убейте ее. Березка у нас что-то назад есть. Уже. Че? Он в поле где-то там? Ну да, что-то горные какие-то. Вон вижу. А вон еще грузик едет в поле. Грузик приехал на... На, блядь, комплект. Там три комплекта, прикинь. Ну да, сзади чел, что не остался за этой херней. Тебе идет. Да, я вижу. Ну я прямо с башкой убила. Куда ты издеваешься, что ли? Он так и будет бегать за тобой? Да, получается. Комплекты разошлись. А, у нее РПГ. Да. У меня стоит только патронов нету. Второй здесь в доме. Здесь вверху, забудьте. Приближается газ. В моем? Да, да, в твоем. Сорок три метра у меня. Наша команда в безопасной зоне. Сейчас в окно будет пикать. Опа. Еще подсосался кто-то. Ага. Да, есть на пожарке. Ну если резнешь, тогда обратно вернешься, что я нога на паль. А тебя резнуть надо? Пока нет. Разрешение вернуться в бой.
Я так поуже. Вон там еще коробка с пластинами лежит. Слушай, да. Реально на АДС влияет эта хуйня? Какая? С магазином. Ну, попробовать. Пар стоит с магазином, который бытосъемник. Валяется. А, у тебя такой же. Ну, у меня последний магаз. Ну, тогда... Кинь свой фар. Возьми мой. Мой возьми, не это говно. Да, быстрее у тебя. Ну, у меня не стоит приклад, у меня стоит рукоять на сторону. Черт, я пролетел. Чё, куда идем-то? Да, идем до комплекта. Ну пошли, пошли за, за комплектом. На, за комплектом идти. Давай. А, можно закупиться немножко еще, наверное. Да, да, хорошо. Наверху так покупите. Че надо-то еще тебе? Не, еще. Вози пару бэпок. Вози бэпку и точку, точку я пришел. Точку забери. Я в кабину. Я поеду с тобой. Противник. Внимание, БПЛА топливо на исходе. Иду на базу, но заправку. Да, я увидел. Чё здесь? Понятно. Смотришь, это зона где? Хуй, надо горку занимать. Вот туда куда-нибудь? Я в пути. Туда. Туда! Чём? Меняю последний сигнал. Давай, руинби. Надо его разъебать, наверное, сразу. Разъебу. Я в кабину. Противник. Забудьте. Надо смотреть подход к горе. А, подход к горе только с левой стороны. С этой нельзя подняться. Тогда, я знаю. Блять, это очень скучно. Пойдем корону разъебем. Надо было вертик. Не надо было верт руинить. Да нет. Ты что? Валява.
Он просто стоит в дверь втыкает, что ли, или что, я не пойму. Наверное, да, только этот. Спеши, я, блядь, все очень далеко. Серьезно? Я у них на прицеле. Хорошо. Ну кто-то застрелял нас? Ага. Цель на ликвидацию отмечена. Убейте ее. Вон бежит тел. Вон там. Я пошел. Ну это далеко. Игнорируй последний запрос. Да это, наверное, в соседнем ангаре челы сидят. В принципе, нам с тобой есть прятки давать. Сверху корона уже катается. Че, они больше не будут пикать? Че, вон он. Ликвид прибежает. Противник! Я наверх через горку. Бля, дай... Вот, вот чё за дебил, ё-моё? Один ног, второй. Меня. Один захерсается. Нажму. Ты не я помогу. Газ перемещается. У меня газики золотые. А, где простой газик хотя бы? Ладно, возьму, стой. Ай, блядь, спина, спина. Запрашиваю разведку с воздуха. Стука, ЛАВ входит в район операции. Да, долбоёб. Руинит всё. А чё это у меня, слышь, светится за карточка? Не знаю. Он на крыше, походу, да? Да, он наверху, вон он. Меняю позицию. Забудь. Они сверху. Да. Внимание, у ПП ЛАВ топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Одного разбил пул. Бля, чё не попасть-то, нах? Да, да, двигай, дальше, садись, надо двигаться. Не вижу, потерял решение наших. А вон они на той же горке. Возьмите уже эрку в руки. Меня обстреливают! Нас справа типа, да? Пошли на горку, поднимись. Да, блядь, мы не успеем. Не успеваем. Не, ну я успеваю, у меня газик золотой. Я тоже золотой. Да. Отмечаю новую безопасную зону. Где эти кореша? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Пошли их понюхаем-то. Знаешь, что опасно в этой зоне уже нюхать? Не вижу. Два комплекта упало. На взлетке они. Контакт! Нет, ну не они. Там Роза пробежала по взлетке. На. Влево, вправо. Направо ушла, да. К забору, наверное, не вижу. Там его убили кого-то. Осторожно, газ приближается. Это наши кореша, которые нам руинили. Знакомый ник. Нам надо попасть в безопасную зону. И там еще челы есть. Потому что Розу встретили. Я
Так давай правее уходить. Я не вижу, где сейчас. Забором пока. Паспорт движения не вижу. Комплект наш здесь один даже. Не, ну эти повнор позиция вообще. Да, посмотрим, куда крокнется. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Можно через право махнуть, пока не поздно. Хотя бы там очник его сливает. Что-то такая зона, ему никого не осталось. Обычно еще человек 12. Обычно-то еще человек 12, а тут осталось 5 человек. Ну они все в пожарке, блядь, сидят на разных уровнях. А лево на левом нифига. Отмечаю цель. Можем под забор подсосаться, там вдоль забора сыграть. Он налево перешел. Видимо, к лесенке. Нам надо попасть в безопасную зону. Вот там чело. Я в пути. Вот там чел. Получается, это двойка, скорее всего. Ну, в пожарке двойка, пожарке, а это сольник. Один. А, пожарка двойка? Ну, мне кажется, да. Вон, видишь, пикает? А, дал. Сейчас побежит. Убил. Хорош. Ну вот, все, двойка осталась, пожарка. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Ты не ходи, ходи по забору. Один на вышке. Один ног. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Это же тяжелый цель. Пока ты раскрутил его, бери красный. Да, да. Второй снизу, значит, пошел. Я под газом-то буду. Газа зайду. Да похуй, я пошел. Ну давай. Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Газа победа.